В Лондоне в посольстве нашей страны состоялся праздничный прием в честь 32-й годовщины независимости Узбекистана. Глава нашей дипмиссии в своем выступлении отметил значение Дня независимости для народа Узбекистана и достижения в различных сферах, благодаря проведению реформ и модернизации страны. Особое внимание было уделено сотрудничеству с Великобританией. В ходе мероприятия организована экспозиция, на которой были представлены национальные ремесла и туристический потенциал Узбекистана. Одно из наиболее интересных наблюдений для меня – это то, что в Узбекистане потрясающая IT-инфраструктура и инженерное мастерство. Таланты, которых обучают в университетах Узбекистана, действительно уникальны. Чем я больше всего горжусь в вашей стране, так это их инженерами, разработчиками программного обеспечения. Я был глубоко поражен местным гостеприимством. Узбекская культура великолепна, а кулинарные изыски просто зачарованы. Особенно меня вдохновило искреннее тепло и дружелюбие узбекистанцев. Для меня большое удовольствие снова находиться в посольстве Узбекистана в Лондоне. Это для меня словно второй дом. Многократно посещал Узбекистан и имею честь быть почетным профессором Ташкентской медицинской академии и Андижанского государственного университета. Узбекистан удостоил меня высоких академических наград. Меня впечатляет, как Узбекистан открылся для западного мира и расширил свое влияние за свои границы. Экономический рост страны впечатляет. При каждом моем визите в Ташкент, Самарканд, Бухару, Андижан и Фергану я замечал прогресс. Я побывал по всей стране, и достижения последних 5 лет действительно впечатляют. Под руководством президента Шавката Мирзиёева страна продолжает двигаться вперед.